Друзья, всем привет! Итак, только что прошли слушания по поводу ситуации в Украине и конфликт с Россией. Главным докладчиком выступила Виктория Нуланд, помощник госсекретаря. И вот следующие выводы. Записал тут кое-что для вас. Первое, то, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от Международного валютного фонда, IMF. И эта поддержка в течение 2 лет будет составлять приблизительно 18-20 миллиардов долларов. По поводу военного, многие меня сейчас, кстати, спрашивают по поводу военного присутствия, военного вторжения, по поводу военной помощи со стороны Запада, со стороны НАТО, со стороны США, Украине. Я сейчас говорю о том, что это невозможно. Сейчас речь идет только о том, чтобы предоставить нелетальную помощь для украинской армии. В первую очередь это бронежилеты, продукты, возможно, какие-то приборы ночного видения и тому подобное. Мы должны понимать, что этому является несколько причин. В первую очередь это то, что Украина не является членом НАТО. Также Будапештский меморандум от 1994 года, он не предусматривает какой-то военного сотрудничества, непосредственно военного вмешательства в случае территориальной претензии к Украине. Но с другой стороны в кулуарах конгрессмены говорят о том, что в случае прямого военного вторжения в Украину со стороны России, естественно, русской армии, они, естественно, в быстром порядке могут пересмотреть это свое решение. Что еще? В первую очередь Штаты, конечно, и Запад поддерживают свободные, честные выборы 25 мая. И как минимум среди наблюдателей ОБСЕ, ЭНЭТ, АЭРАЙ, ЭНЭМО, международные, в том числе международные миссии, будет приблизительно до 3500 краткосрочных наблюдателей и порядка 500-600 человек долгосрочных наблюдателей. Это те люди, которые работают в Украине уже, те, которые мониторят ситуацию с выборами и тому подобное. То есть tipping point, я бы так сказал, ключевой момент на сегодняшний день является как раз выборы в Украине, президентские выборы 25 мая. Что еще интересного могу сказать? То, что, естественно, мировое сообщество обеспокоено тем, что сейчас происходит. Многие называют это вызовом, самым большим вызовом со времен Второй мировой. Барозу, между прочим, сказал со времен Второй мировой войны, но многие говорят со времен Холодной войны. То есть фактически многие сейчас и конгрессмены, и люди в Вашингтоне, они в замешательстве, они не знают, как поступить дальше, то есть они смотрят по ситуации. А в любом случае, все нас заверяют, что Украину не оставят один на один с агрессором, то, что все демократическое общество, весь Запад будет стоять на стороне Украины и поддерживать демократические стремления этой страны быть европейским, нормальным, развитым государством. То, что, в принципе, и подразумевали наши ценности, наши цели Евромайдана. Дорогие друзья, я и дальше буду держать вас в курсе по поводу происходящих событий. Прямо за мной сейчас вы видите Конгресс. Задавайте мне вопросы в личку, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, комментируйте. Последний мой материал вы могли видеть на LB.UA по поводу конференции в Вашингтоне в Atlantic Council. Еще хочу заметить очень важный момент, то что украинская сторона, ну, очень неактивная в Вашингтоне. В первую очередь я хочу отметить работу «Голоса Америки», Мирослава Гангаза, ей огромный респект, они делают большую работу, а также украинская диаспора. Но тем не менее мы должны видеть здесь как можно больше людей из Украины, как можно больше политиков. Обращаюсь к политикам, хватит заниматься выборами, пожалуйста, делайте презентацию, едьте в Брюссель, едьте в Вашингтон, едьте в Берлин и объясняйте то, что происходит в Украине on the ground. У людей просто нету информации, достаточной информации для того, чтобы ею оперировать. То есть нам нужна информация on the ground, то есть то, чего, возможно, нету в новостях, либо какой-то эксклюзив, либо ваши личные наблюдения. Политики, пожалуйста, вместо 9 мая, вместо того, чтобы праздновать маёвку, уйти на шашлыки, найдите 2 свободных дня, приедьте в Вашингтон со своей презентацией и расскажите, что происходит. И главное, расскажите то, что вам нужно, то есть что нужно украинской армии, что нужно украинским людям, какая поддержка нужна уже сейчас. Все. С Богом! Слава Украине!